Куджа, ты меня слышишь? Я иду к тебе. Чат, ты меня слышишь? Чат, ты меня слышишь? Юрий красава, короче. Юрий все, решил вопрос. Отлично. Спасибо. У тебя еще есть время. Забудь обо мне и уходи. Просто засунь хвост себе в пасть и сиди, где сидишь. Я не понимаю тебя. Вот такой вот я загадочный. Хе-хе. Почему это выглядит так ужасно? Типа она умирает, видимо. На пасашок решила помахать щупальцами. Че? Почему это было так забавно? Угх! Ух, живой. Кому рассказать, не поверит. Ты он чату рассказывал, как ты сейчас падал, это смешно было. Впрочем, не впервой. Куджа, ты живой? Зидан. Что ты здесь делаешь? Я же говорил тебе уходить. Разве ты не сделал бы то же самое для меня? Нет, конечно. Не парься. Твои товарищи смогли спастись? Ага. Я знал, что это ты нам подсобил. Это хорошо. Ну ладно, теперь наша очередь валить отсюда. После всего, что я сделал. Слушай, я сейчас это прям... Да-да-да, что-то это, короче, поел. Размягчило, блядь. Я сейчас предчувствую фразу типа «Зидан» и многоточие. Сейчас, ну, как обычно в этой финалке происходит. Для этого мира я бесполезен. Никто не бесполезен. Ты же помог нам выбраться. После того, как вы победили, мне больше нечего терять. Я понял, что это такое — жить. Понял слишком поздно. Ты чё там, умирать чё ли собрался? Все, это ГГ, блядь. Куджа. Ты творил ужасные вещи. Ты подарил всем нам надежду. Че, она их спасать идет? Были рождены рабами. Ты решил
пойти наперекор судьбе. Мы этого не забудем. Память о тебе будет жить вечно. Упоминанием, что наша жизнь не результат случайной ошибки, что она имеет значение. Спустя некоторое время... С билетом опять идет. Итак, Александрия. Опа, блин! У тебя 100-500 билетов опять. Да что ж ты, лет, ты тебе как черепаха, да ёпты. Виви, дружище. Виви? Откуда вам известно это имя? Чего? Это я, Пак. Забыл, что ли? Пак? Пак? Принц Бурмеций! Чё-то он память свою потерял. Да что с тобой такое-то? Тебя по башке шарно шандарахнули или как? Простите, но я не Виви. Я его сын. Что? 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 Что происходит? Чего? А кто мамка? Рассказывал своим детям про тебя, Зидан. Рассказывал про то, как ты был молодец. Ты точно решил ехать, Фрей? Фрея? Да, я с нетерпением жду встречи со всеми. Александрия, я не был там много лет. Сколько времени потребуется для восстановления Бурмеции? Все равно, пока я с тобой. Мне все равно, пока я с тобой. О, я люблю тебя, Фрея. О, даже так? О чем, вспомнил, что ли? Он так и не вспомнил о своем прошлом. Ну, это пока не важно. Главное, мы теперь вместе. Well, actually, Grand Mage. Цыц, блядь, там, не порти нам тут все. Ты показал мне, как скоротечна жизнь. Поэтому мы должны помогать друг другу и наслаждаться каждой секундой существования. Чё ты портишь нам тут это все? Я представил, что у них там женщина. Что там, какая-то, что? Страж королевы, ты служил мне верой и правдой. Моя служба окончена. Ты бросаешь службу. Прощай, Александрия. А чё это ты бросаешь службу-то? Даже если ты погиб тогда, ты всегда будешь жить в наших сердцах. Теперь я понимаю, что мы более не одиноки. Ну, ты хотя бы со Штайнером там замутилась, нет? Не, слышь! Ты что, реально отправишься в Александрию? Ты не идешь со мной? А это кто? Я такого не говорила. Э, меня подожди. Это та, что ли? Наемница? Всю свою жизнь я заблуждался. А на самом деле все было не так... Все было так просто. Спасибо за то, что открыл мне глаза. Хорошая еда, не просто вкусный. Хорошая еда сделана с душа. Лучший эпилог. Этот очень важный, когда готовить для друзей. Продолжай делать то, что вели твое сердце. Это очень трудное, но наша справись. Быстрей, быстрей. Нам нужно успеть до начала представления. Не стоит так спешить. Театральному кораблю не сравнится с моим новым творением. Модернизированный Хильдегарда, самый быстрый корабль на свете. Походу, кто-то забыл. Ты то же самое говорил о театральном корабле. А?
Да-да, папа. Эйка, как ты меня только что назвала? Дорогой, назвала тебя папой. Па-ма, спешите. Скажи еще ну-ка разочек, Эйка. Ему, походу, понравилось. Что делать, когда чувствуешь себя одиноким? Это единственный вопрос, на который ты не дал ответа. Но каждый должен решать сам, что делать с одиночеством, найти в нем радость или спасение от чего-то. О-о-о-о! Тихо-тихо-тихо. Беатрис. Ты куда? Я приняла решение, Штайнер. Подожди, выслушай меня. Так. Ты нужна Александрии, Беатрис? Штайнер. Я хочу защищать королеву с тобой. Я так счастлив, что познакомился с вами со всеми. Как бы я хотел отправиться на поиски новых приключений, но полагаю, когда-то нужно сказать «до свидания». Скоро будем на месте, шпана. Давненько не были в Александрии. Дайте им такое представление, забабахаем, что охереют. Е-ха! Ни пуха, ни пера, народ. Друзья, спасибо всем вам. Прощайте. Мои воспоминания растворятся в небесах. Как она к нему побежала, такая прям... Ух-ух! Беатрис! Театральный корабль прибудет с минуты на минуту. Прошло столько времени. Я скучал по вам, ребят. Ну. Теперь я королева. И чё? Я должна отпустить прошлое. Должна идти вперед, как он меня учил. Чё, минут 15 прошло, и я тут о том и говорю. Минут 15, два краша, да? Дамы и господа. Эта история произошла давным-давно. Принцесса Корнелия разлучена со своим возлюбленным Маркусом. И одна починка-то. Она совершает побег из замка, но ее настигает отец-король Лео. Наша история начинается, когда Маркус и Корнелия решают убежать вместе. Ваше Величество, королева Гарнет, лорд Штайнер. И леди Беатрис, благородные лорды и дамы и зрители на крыше, Танталус с гордостью представляет: я хочу быть твоей канарейкой. Чё у тебя британский флаг на шее, что ли? Маркус! О, блин. Корнелия, я не могу жить без тебя, бесценный мой. Мечтай лишь о том, чтобы всегда ты был со мной. Зачем принцессе нужен жалкий нищий? Она себе достойного не сыщет. Не говори так, не принцесса более я. Мне ненавистно быть в золотой темнице дочкой короля. Уже ли о любви я не могу даже мечтать? И суждено оставшиеся дни мне лишь страдать. Быть куклой без души, не плакать, не смеяться. Девочки, я плачу. Я танцевать хочу под ливнем и в солнечных лучах купаться. Вся наша жизнь — тоскливый маскарад. Я сбросить маски, сжечь их был бы рад. Под масками сокрыты чистые сердца. Их не продать за злато-серебро дворца.
Не властны будут ни печаль, ни боль над нами. Бесценная моя, ты мне дарована богами. Любимая, хочу быть певчей птицей, уснувшей на твоей груди. Лишь об одном прошу тебя, любовь мою, не уходи. Пойду хоть на край света за тобой, моя дорогая, ты предназначена мне судьбою. Ты предназначен мне судьбой. Я сейчас путаюсь, кто говорит. Ни каземат, ни меч тирана не помеха нам. Любовь поистине великий дар. За век с тобой. С тобой, милый мой, я все отдам. Это что, Эсмеральда речь была сейчас? За нелепость быть в войне, коль помешать им не удастся мне. Принцессы и простолюдина грезы повергнут наше королевство в слезы. Еще музыка из восьмой финалки. Принцесса! Доброго вам дня. Ваше высочество, прошу простить меня. Простить? За что же вас прощать? За то, что вашему побегу должен помешать. Че, подыдал? Король Лео. Корнелия пропала. Или она отцу и королевству более не верна? Мои солдаты в поисках принцессы сбились с ног. Увы и ах, найти ее никто так и не смог. Покамест я не отыскал принцессу, о король. Но верьте мне, в союзе королевств она сыграет свою роль. Родная дочь покинула свой дом. Как мне ее отцу не горевать от... Быть может, ты, как и она, предал меня? О нет, лишь бедный Маркус жертвой пал обмана. Вонзить нож в спину другу своему, коварней не придумать плана. Быть может, жертвую назначил и меня? Откуда знать, что дозаживу до завтрашнего дня? Ваше Величество, зачем же отзываться так нелестно? Ого. Ведь я покорный ваш слуга, забочусь лишь о благе королевства. Не сейчас, у нас тут это финал, эпилог. Это чуть позже. Предавший раз предаст и вновь Ро. Обманщик мертв, пустили ему кровь, Ро. Я и вы двое. Пойдите и дочь мою Корнелию найдите. Да, Ро, ваше величество, да, Ро. Тот нищий, этот франт-приятель... Отъявлен мотом сорванцом. Что за комиссия, создатель? Быть и юной дочери отцом. Ну что, весь спектакль будем смотреть? Он что, 3 часа идет? А где же ты, любимая моя? Корабль ждет. Ну где же ты? Ужель смогла ты разлюбить? Наш плюв, поторопишь отплыть. Иди сюда скорее, друг. Не можешь ждать ты мы более. Или решили, ты коль побежи, закончим мы? Че? Моя любовь, не верю, что ты забыла все то, что между нами было. Текст сам скроллится, бесит. Но утро ясное, нам враг и только ночь. Сумела, к счастью, нашему помочь. Скорее прочь мы станем вновь свободными, как прежде. Или дух свободы, чё? Да, блядь, ты заебала скипаться, игра. Неужели ты предала меня, родная? Ужель? Нет, наша любовь ничто не победит, я знаю. Мне нужно только верить всей душой. И ты придешь, моя желанная, как влага в летний зной. Раз солнцу дела нет до моего страдания... Дух лун исполнит, попрошу мое заветное желание. О, светоликие, смиренно вас молю. Это сучок.
Да пошел ты нахуй. Чего? Чего? А она прыгнет. Вы что, ее не знаете? А. Поздуй. Э, челюдь, в сторону. Челюдь, вы мешаете принцессе? Не мешайте. Сколько его не было? Опа, подвеску подрезали. Пу. Чего? Да и похуй, блядь. Да ну нахуй, ты чё? Козёл, дебил, дурак. Волосы так быстро не отрастают. Такой длины. Да год, наверное, прошел. Может, даже больше. Че, блин, где он год-то ходил? Где ты год ходил, слышь, пьянь? Did you sur- How did you... Как ты выжил? У меня не было выбора. Я должен был жить. Я хотел прийти помочь. Че случилось-то? Че за... И я услышал твою песню. Нашу песню. Спел. Спел нашу песню. I dream. Давай. Другой куплет. А что, вот так вот? А какая дополнительная сцена была? С этим молотком, что я... Не знаю. На, ку, ра, шах. Оба. Ты ее только что посмотрел? Что конкретно? Что из этого всего было дополнительным? Спасибо. За что? Что я сделал опять? Спасибо, Блэзер. Спасибо, Архимон. Да что спасибо-то? Чего вы там начали-то? Да что вы начали-то? Хорош, пацаны. Что началось-то? Спасибо, спасибо. Спасибо, что написал игру. Чего, блядь? Это он Архимону спасибо говорит. Он ее выбрал. Плачем всем чатом. А теперь давай десятую. Вот и какой, блядь. Ну это игра детства моя. Ну чё, блядь, я буду реально всё сидеть.
12 часов ее играть. Я себя просто знаю, что, блин, если я сяду какую-то игру, которую я играл давно-давно, и хотел ее пройти на стриме, но не проходил, я ее буду проходить. Она чиловая. Это же не боши какой-то там, где нужно это... Сто 500 часов прыгать. Чё, какой вердикт? Вердикт у меня по поводу этой игры только один. Мод хороший. Перевод козырный. А игру я, в принципе, уже видел и так. И не раз. Перевод вообще, конечно. Я на самом деле, когда этот перевод скачивал, там какие-то негативные комментарии были, прям что-то так люто. Там кто-то прям поносил этот перевод. Что типа он какой-то стёбный, поэтому это плохо. Я поэтому что-то сомневался, короче. Но другого не было перевода. Когда-нибудь это облазер, когда-нибудь. Ну да. Зидан частенько выкидывал такие фразы. Ну блин, я не актер озвучки. Делаю, что могу. Ну, Квина у меня как-то на автомате, короче, получалось. Не знаю. Слишком на автомате. Гамар Джоба. Все, понеслось. Да что ты, ну? Гамар Джоба это. А это какая-то, это... Как это называется? А он ей... Подожди. Он ей дал свой меч подержать? Так. Остальное додумайте сами, называется. Нет, она свой меч оставила. Я даже не знаю, что за Люфи. Название знакомое, но...
Все хорошее заканчивается здесь. Было написано только что. А чиф как-то вылезло, типа того.